Заиграла коллаба Дорна, и такое свечение на улице, я просто почувствовала себя на Марсе. И я представила, что если бы мне предложили полететь в космос и сказали бы, что ты нормально переживешь полет, я бы полетела с большим удовольствием. Я очень люблю космос. Я так им интересуюсь, и когда вот что-то такое происходит атмосферное, типа инопланетного, космического и заоблачного, мне сразу становится как-то, вот как-то, не знаю, так спокойно и хорошо, не могу вам это объяснить. Я поняла, что я хочу себе еще больше татуировок, связанных с космосом именно. Всех секретов не буду раскрывать, потому что со временем я же их точно сделаю. Вот, чувствую себя не очень хорошо, сейчас меряю температуру, но я уже смонтировала влог, я всегда это говорю, потому что это как мой план на день, смонтировать влог, и я когда говорю, что что-то я сделала, я себя чувствую лучше. То есть, ну и как бы план проверяют, поэтому не думайте, что мне это тяжело. Влоги монтировать это очень-очень просто, серьезно. Очень просто. Кто-то вообще их даже не режет, выкладывает все, что есть. Вот, я хочу привести себя в порядок, убраться или потом убраться, даже не знаю. И поехать Лёшке за подарком. Хочу сегодня ему купить. Я примерно знаю, что. Знаю, куда, зачем, почему. Поэтому очень уже хочу поехать. Мне вот Лёше безумно хочется выбрать подарок. Дедишка, как меня почему-то многие называют, уже убрала в квартире. Урашеньки. Замораживаю мяско. Сегодня хочу его сделать в томатном соусе, потому что давно мы такое не ели. И оставила воду со шваброй, потому что хочу сегодня добраться до тамбура. Приму ванну. Несмотря на то, что мне плохо, голова болит и чувствую себя не очень, я все-таки хочу покупаться сильно, принять ванну перед Новым годом. Да, именно сейчас, под некими обстоятельствами. Орхидейку помыла под душем чуток. Ну, в общем, все хорошо. Но на улице сегодня, походу, очень тепло. Хотя непонятно, кто в шапке, кто так, кто в капюшоне. Оно показывало сегодня очень теплую погоду по градусам. А, видимо, опять у нас будет какой-то жесткий ветер. Что одевать, я даже не знаю. И с моими болезнями. А, блин, вот что, мне надо выпить катарию. Чуть не забыла. Кстати, те, кто болеет так же, как и я, советую очень сильно вам этот порошок. Вот он. Вот. Катария. Ну да, он гадкий. Блин, реально. Написано со вкусом клюквы. Не понимаю, нафига писать со вкусом клюквы, когда вкус вообще отвратительный и на куклю даже не похож, понимаете? Абсолютно и приблизительно даже нет никакого сходства. Чем как она пьется 3 раза в день. Но тут 6 саше, то есть в самой коробочке. Видимо, курс 2 дня. Плюс противовоспалительные таблетки. Мы берем чашечку, наливаем водичечку и просто разводим здесь порошок, и надо его сразу выпивать. Я вот думаю, можно ли постирать комнатные тапочки домашние? Вот сейчас мне аж прям подступило. Простите, конечно, это просто... Ух, это нереально. У меня просто на лекарства с определенными вкусами еще с детства такое. То есть прям до рыгачки, извините меня, конечно, за такое ужасное слово. Когда-то я была маленькая, я пила макротусин. Это для меня был просто сущий ад и кошмар. И меня тошнило от этого лекарства. Потом мне мама вроде бы как покупала... таблетки шоколадные для детей от горла, мне их выплевывала, потому что меня от них тошнило. Все эти порошки, я не переношу их вкус. Бывает, я пью таблетку, а знаете, когда неудачно проглатываешь, то есть она так как растворяется во рту начинает, у меня сразу рвотный рефлекс. И вот с этой катарией, это же надо в несколько глотков пить, понимаете? Первый так себе, второй уже не очень, на третий хочется уже в туалет подбежать, но я понимаю, что тут надо пить. Так-то все очень странно. Я, короче, убрала в тамбуре, помыла там полы насухо, можно так сказать. Выхожу такая, значит, на улицу, ну, типа, выходить, а там какая-то длинная лужа непонятная. Я такая смотрю, может быть, это с тряпки плохо выжило? Нет, выжито нормально, с нее не текло. Просто какая-то большая неравномерная лужа. Ну, прозрачная, как вода. Думаю, может, с какой-то трубы я такая опять протерла, как лошадка. Так, думаю, что такое? Что за лужа? Я вспомнила тот мультик, где привидение рисовал лужу крови. Откуда она взялась, эта странная лужа? Я думала, пообедать или быстрее поехать за подарками, пообедать или за подарками. И, в общем-то, решила поехать за подарками. Не хочу сидеть дома. Тут меня рвет прям так и тянет поехать купить что-то Лёше. Еще нужно в аптеку зайти, докупить амиксин. Мне кажется, как приняла ванну, у вас легче стало. Может быть, это обманчиво, конечно. Погода такая хорошая, слушайте. Я вышла в парке в ушках, и мне так хорошо. Мы с мамой заметили, что вот это вот, видите, территорию огородили большим забором. И мы так себе мечтаем, чтобы здесь было АТБ. Чайка был дурацкий магазин, никакущий, грязный, с дурацким ассортиментом. Правда, он был никакой, поэтому он закрылся, короче. А здесь огородили, там очень идеально подходит для АТБ. И вот мы думаем, может быть, там будет АТБ. Едем, друзья, в Аврору. Если что, оттуда я уже буду дальше двигаться, но пока начнем отсюда, это будет контрольная наша точка. Вот и как я круто сказала, контрольная точка, да, вообще просто.
очень круто прозвучало, мне нравится. Это потому что я, когда играла в Evil Within, игра мне такая была, там я очень любила. Ну, это в играх чаще всего, типа, вот такая-то контрольная точка, дойти до такой-то, это ваша контрольная точка. И это уже было мне только что навеяно игрой. Я не собиралась говорить это просто потому, что использую такие слова в жизни. Но прозвучало круто, мне нравится. Йохан и Бабай встряла. Тут целый движняк. Вот магазин Лаш, про который я 100 000 раз вам рассказывала. Вон он, вон там, если что, кому интересно, идите в Аврору. Я его видела у нас в городе только здесь. Я вот думала, если что, потом зайти просто так. Это очень крутой магазин, именно с всякими открытками. Такой уютной фигней. Честно, я очень люблю гулять, когда никого нет. Сегодня тут дофига людей, мне это не сильно нравится. Просто, знаете, я очень сильно не люблю шумиху. Я такой человек, который сразу теряется, и растерянная, страшно. Да ну, в общем, понимаете, как хотите. Но меня многие поймут. Я люблю, когда никого нет. Но я думала, будний день, обед, никого не будет. Все работают. Я думала, я один лымарь такой. Я ошиблась. Конечно, красивая ярмарка, намного красивее, чем в Сити Молле я видела. Это как нам прям на прищепке с Лешей, такая крутая штука. Я подходила к девочке, которая продавала как пряники. Блин, такие красивые пряники. Вообще, такая умничка. Она сама это все делала. Сама вручную. Там вот эти бисерки, которые можно кушать. Такое. Пока, ребят, нифига. Есть только что ремни. Это все единственное, что я нашла. И то. Ну, ремень как-то. Это как дополнение, может быть, к моему подарку. Спортивную, то, что я хотела, я не нашла. О, я подумала. Вот это хороший магазин. Вот здесь, именно здесь я покупала себе свитер с оленями, которым из него спрашивали. Сейчас тут посмотрю. Только женские вещи. Так обидно, когда мужиков обделяют. Блин, это неплохой магазин, а для мужчин там ничего нет. Абсолютно. О, какой ретро. Вот куда мне надо. Мегаспорт. Ну, зашибись. А я думала, его тут нет. Для меня дороговатый магазин оказался. Ну, как бы вроде бы и на грани, но вроде бы нет. Но я поняла, что я там не могу купить. Даже перчатки там уже для меня стоят дороговато. К сожалению. Ну ничего, нашу не сдаю. Тут, конечно, вообще крутой магазин. Блин, сколько я сюда не захожу, мне все глаза разбегаются. Тут какие-то красивые блокнотики, красивые. Ой, коробки. Блин, сколько коробок. Мы два барана, а мы, блин, в Сити Молле. Такие вот наткнулись, такие и купили. В этом все мы. Купила эту вот как маленькая штучка, чтобы вот там подписать от кого подарок. Кому, ну, в общем-то, там просто такая маленькая открытка, которая кладется в конвертик. Такая замечательная, ну просто там собака. Лёша ж у нас тоже собака. Вот собаки. Говорят, это будет очень хороший год. Замечательно, но мне осталось пойти в магазин спортивный, потому что все-таки я хочу глянуть спортивные перчатки, Лёша. Там то, что ты купила, тоже очень круто, но мне кажется, нужно еще. Блин, да так это весна, а не Новый год. Что за погода? Она вообще не вяжется никак с Новым годом. Такого еще не было, я просто такого не помню. Ведь уж солнышко светит, смотрите, пипец. Я очень крутые купила штуки Лёше в Авроре. Просто пришел, увидел, победил. Я еще на скидку попала, там же везде типа новогодние акции. Но у меня настроение очень хорошее, потому что я нашла хороший подарок. Я переживала, что ничего не найду. Меня Каринка там ждет, зайду с ней в сельпо, куплю уж там пакетик красивый, все. Я немного подрастроилась, потому что я хотела, как вы знаете, перчатки. Но тут вышел небольшой казус. Потому что мы с Лёшей, в принципе, договаривались, что будем дарить подарки недорогие. Потому что у нас есть планы, в общем-то, мы собираем деньги. И я, в общем-то, не влазила уже в бюджет со спортивными перчатками. Но думаю, то, что я выбрала, тоже очень круто. Тем более, мы с Лёшей недавно разговаривали об этом. Я вам все дома покажу. Надеюсь, вы тоже оцените. Я, значит, все время иду и вижу объект. Стоит и ждет меня на остановке Карина с коляской. Тут я иду, вижу, ее уже нет. Смотрю, она пошла такая, туда она, куда она пошла? Она меня не дождалась. Была, сейчас тебя ругать буду. Ты куда ушла? Прилетела домой в ритме танго, только что готовила макароны и мясо в томатном соусе. Думала, что Леша придет сегодня рано. Ну, как вчера он пришел в 15:05, а сейчас без 20. Его еще нет, он позвонил, что вот еще едет и зайдет в магазин, поэтому я успеваю показать вам подарочек. Значит, я купила пакетик. И все. Со снеговичками. Это я купила в сельпо. Значит, к этому пакетику будет у меня вот такой замечательный маленький конвертик, на котором написано «Чудеса всегда вокруг тебя». То есть на вот этой вот картиночке, где собачка, я напишу пожелание сзади и положу в конвертик. Ну и положу в этот же пакетик. Вот собачку. Вот же мой подарок, собственно говоря. Что тут за подарок? Он должен у меня, по идее, влезть в тот пакетик. Я так себе подумала, что должен влезть. Здесь две футболки. Потому что Лёшке не нравятся уже его вещи. И он хочет что-то новое, что-то интересное. Вот, это первая топ-секрет эмка. Здесь, значит, so good Бруклин. Ну, такая просто типичная серая, но она большая футболка. Она такая длинная, эмка, это его размер. То есть тут стайл такой. Мне нравится, что у нее как чуть-чуть спущенные плечи. Она такая хип-хоповская. А вторая, ну, это просто нельзя было не взять. Она мне вот очень понравилась, как на Рождество, на Новый год. У него такого ничего нет абсолютно. Свитера с оленями он такой не носит. Но это, по-моему, идеально. Эмка тоже белая футболка. Санта в
всегда счастлив, потому что он знает, где находятся все плохие девочки. Где живут все плохие девочки. В общем, такая, конечно, футболка какого-то бабника. Или, ну, это просто прикольно на самом деле, если в это не вдаваться в подробности. Хорошее качество футболок, они плотные достаточно. Лёша часто в них ходит в футболках и на рубашку сверху одевает, и на видео он снимается в футболках. Это такие футболки на выход. Если это он будет носить зимой, то серое ему пойдет уже дальше носить. Он любит такие цвета, поэтому эти две футболки мне очень сильно понравились, и я ему решила подарить именно их, потому что он хочет себе тоже гардероб менять постепенно. Ну, как я замороченный, ну все то не купим, то жалко денег, то на что-то другое потратимся. Вот такой вот подарочек, надеюсь, Лёшке понравится, подойдет, в принципе, его размеры. Ну, потому что все остальное, опять же, косметику никакую ему не буду дарить, алкоголь, у меня не хватит денег на тот алкоголь, который хочет Лёша. Он хочет, если алкоголь, то какой-то ром супер, там, выдержки, там, один на такую бутылку стоит таких денег, но я не могу пока потратить, и мы же договаривались. Ну, мне нравится, я сейчас упакую все в пакетик сразу, потом подпишу и спрячу, может, под елочку либо здесь, либо там будет искать у родителей, а может сделать так, чтобы Лёша вернулся домой, тут еще подарок, тоже прикольно было бы. Всем привет, друзья, я дома. Привет, да? Да. А что ты морду закрываешь? Не морду, а личик. Морду что закрыла? Я не закрыла. Закрывала. Диана болен. И Лёша, и я болен. Почему бы два хлюпика сейчас? Ну, зато я целых два дня на работе был. Зашибись. Настолько меня хватило, и, по-моему, я опять лёг. Я убрал в квартире в тамбуре. Уху! Достижение. Ну, все. В этой жизни мы добились всего, чего можно. Реально молодцы. Сейчас посмотрим сериал, как тебе? Сериал. Вторая серия, кстати, второго сезона. Вчера на удивление. Ну, просто вчера мы, типа, надутые были друг на друга. И смотрели, не отвлекаясь. И когда смотришь, не отвлекаясь, и вникаешь в то, что там происходит, оказалось неплохой сериал. А там реально было интересно, потому что там про дьявола смешали, там это не всегда интересно. Что? Если вы опять, как всегда, ля-ля-ля-ля языками чесали, вот они вдвоем чесали это языками. Это кольцо большое с этого краска. Ты просто представляешь, они вдвоем чесали языками. Большой собаки. Что, друг от друга? Как, в смысле, чесали языками? Да, некоторые фразы не нужно понимать буквально. Не нужно их, да. Какие вот дела, да? А что ты хотела показать или рассказать? А, цветочек вот, кстати, вы хотели. Ой. Знаете, ай. Пока никто не видит, я бью Диану. Пара веточек. Вот одна и вторая. Они, к сожалению, померли. А вот это довольно бодрый, он жесткий такой цветочек. И я думаю, неплохо, жить будет. Да, Диан? Если ты не... Хотите, я покажу вам рецепт, который будет делать Новый год? Нет, никто не хочет смотреть рецепт.